Это наш огород. Огород моей мамы. Очень красивый, на мой взгляд. Вот у нее здесь есть там, где хранится шашлык, мангал, грабли. Тут сушится одежда и дровник. А за красивыми деревьями прячется место, где как бы траву скошенную складывается. Сейчас август, конец. Очень плодотворная вишня была, поэтому быстро листья опали. Вот у нас также есть такая красивая арка. Этот новый был посажен, еще полностью арка не заросла, но в дальнейшем будет очень красиво. Вот есть такое дерево, как только что из парикмахерской. Вот цветы, розы. Вот это есть такое дерево, не знаю, как оно называется, но оно прикольно. У него такие шишки красивые, и оно хорошо вот под качелями вот так вот закрывает от солнца. Вот. Вот такая красота. Вот такая красота. Также у нас есть арочка на входе с розочками. Розочки уже отцвели. У мамы очень красивые розы. Вот. На заднем дворе очень красивого цвета кустики, колюченькие, правда. На заднем дворе у нас малина. Малина выросла. Сейчас конец августа, и вот малина осенняя. Второй заход. Вот. Также есть интересная желтая слива, которую очень трудно заметить на дереве. Но она тут есть. Вот, под ней малина. Малины было много. Это то, что отошло. Надо сливку сорвать. И съесть. Ну вот так. Вот такой у нас сад. С такими прекрасными всякими цветами и растениями.